Но мне приятно, что ее полюбили зрители. Писал в обычном режиме, творческом, как и песню, так же и заставку тут значения абсолютно не имеет. Вот. Ну и понятно, что мне рассказали, что это будет за проект, о чем будет проект. Вот. Были какие-то вводные, и как бы исходя из этого я, собственно, и писал эту заставку. Наверное, самая любимая моя реклама, в которой поет Софья Михайловна Ротару, это «Олея Стажар». Это была моя первая музыка, написанная именно для такого интересного контента, как реклама. Поэтому для меня это, наверное, самая любимая работа. Безумно счастлив. Вообще, в принципе, моя миссия как музыкального продюсера на этом конкурсе была находить молодое, интересное, уникальное, то, что является частью нашей страны, то, что олицетворяет и в музыке тоже то, чем живет наша страна, да, а Украина очень богата на таланты, и моя была цель именно находить таких уникальных исполнителей, которые идут не как конкурсанты, а которые идут вне конкурса. Есть такая информация, да, просто была и другая информация, связанная, но то были неопределенные причины. Вот, посмотрим. Но я рад, что группа получила второе место от зрителей. Да, это для нашей команды, которая занималась этим отбором, огромная победа.